Сегодня Приморье вместе со всем миром отмечает День донора. Люди приходят на станцию переливания крови, где, как выразилась главный врач, совершают свой тихий подвиг. Анастасия Ярошенко нам все расскажет. С самого утра на краевой станции переливания крови аншлаг. Десятки желающих в очереди к терапевту. Он как в военкомате смотрит каждого потенциального донора и скажет, годен к сдаче крови или нет. Крутая лестница и теплый чай – все для того, чтобы активизировать силы организма и чтобы кровь побежала скорее по венам доноров. Здравствуйте, вы пришли сдавать кровь? Здравствуйте, да. Первый раз пришел сдавать кровь. Ну, желаю вам удачи. Кстати, как чаек? Вкусный, спасибо. Хоть здесь и находятся только доноры, но помещение это называется операционной. Здесь одновременно могут сдавать кровь до 17 человек. И процесс длится по-разному. Если забирают именно кровь, то это всего 10-15 минут. А если это плазма или тромбоциты, то процесс может затянуться до часа, а то и до полутора часов. Есть здесь и те, кто сдает кровь уже 34 года. Мне даже поверить в это сложно. Это Валентина Нестеренко, почетный донор. Откуда у вас только кровь это берется? Да, ну, посмотри, какая жирная. Да, неправда, вы отлично выглядите. Спортом еще занимаемся. Вот, поэтому в каком-то смысле, ну, есть кровь. Я уже как наркоманка стала, не сдаю, мне плохо. Такие акции нам помогают пополнить запасы, помогают обеспечить компонентами крови наши медицинские организации. В донорском зале самые разные люди – студенты, бизнесмены, учителя и военные. Среди тех, кто сегодня пришел сдать кровь, и Алексей Козицкий, депутат Законодательного собрания Приморского края. Алексей Анатольевич, вы в первый раз в этом кресле? Нет, конечно, я сдаю как минимум раз в год кровь, плюс когда еще отдельно приглашают, когда существует потребность именно в моей крови. И у меня вторая отрицательная, но считается, что да, достаточно редкая кровь. Ну, я рад от того, что кому-то моя кровь помогла. Всемирный день доноров в Приморье поддерживает и фонд «Сохрани жизнь». Сегодня они сюда пришли вместе с общественниками города и края, всеми теми, кто помогает реализовывать благотворительные инициативы в Приморье. А вы все пришли сюда сдавать кровь? Да! Потрясающе! А что же вас замотивировало сюда прийти? Ну, сюда замотивировало прийти исключительно только одно – помочь вот в данный момент сегодня детям с онкологическими заболеваниями. А при чем тут дети с онкологическими заболеваниями и сдача крови? Потому что у нас сегодня еще проходит акция. Деньги, которые нам дадут за сдачу крови, мы их передадим в фонд онкологически больных детишек. Всего за это утро на краевой станции сдали кровь больше 150 человек. В целом это столько же, как и в прошлом году. Но, конечно, важно, чтобы люди сдавали кровь не раз в год, а делали это регулярно. Но, как говорят специалисты, у приморцев с этим нет проблем. Анастасия Ярошенко, Максим Евсеев, «Панорама».